надо понимать, что методы реализованы как обычные функции. Только у этих функций есть неявный аргумент, который задает указатель на текущий экземпляр структуры. Давайте посмотрим это на примере. Пусть у нас определена структура point, задающая точку на плоскости, и у этой структуры определен метод shift. Метод shift сдвигает точку на значение x по координате x и на значение y по координате y. Так как имена аргументов функции совпадают с именами полей, при обращении к переменной x внутри функции мы будем обращаться к аргументам самой функции, а не к полям. Однако можем воспользоваться тем знанием, что у каждого метода есть этот неявный аргумент, типа указатель на текущий экземпляр структуры, и этот параметр всегда имеет имя this. Это ключевое слово, которое соответствует этому неявному параметру метода. То есть можно считать, что реальная сигнатура функции, она вот такая. Кроме double x и double y, вначале идет еще указатель на экземпляр структуры point. Используя этот указатель this, можно обратиться к текущему экземпляру и соответствующему полю текущего экземпляра, полю x, и увеличить его на значение, которое нам пришло в аргументе функции, аналогично поступить с значением поля y, точно так же увеличить его на значение, которое нам пришло в аргументе функции.